час, нахуй. Полтора часа будет проебать. Я хочу, чтобы ты, блядь, не пиздел хуйню, нахуй. Капризи, блядь. Блядь. Фея, что там у тебя обновляется, нет? Хоть бы какая девочка, нахуй, микрофон бы подключила, блядь. Сука, обхуесосила бы пацанов, нахуй, как они заебали, нахуй. Блядь, сказала, вы чё, мудаки, нахуй. Вон тебе подсолнуха включили, все. Катрисе микрофон дайте, он нормально сейчас, я понял, за девочку. Ладно. Пускай обновляется там. Ставьте шкаф. Блять. Тыкните в шкаф, сука. Уберите нахуй эту хуйню свою. Ебобаный ты козел, нахуй. Был бы ты человек. Человек. Короче, без рыбы похуй, заходи просто за линию, там каску на ходу дадут, нахуй, чёрт дают. Если с этого утра убиваем, бой дает всем 50 тысяч ибо. Ага, поебал. 50 тысяч раз щелкнуть могу только. 100 тысяч. 100 тысяч, хуй с ними. 100 тысяч отжиманий, нахуй. Дайте мне один час. Давай, 50 тысяч приседаний, нахуй. Перебегаем, блядь, смотри-ка. Кто-то умереть опа хочет? На, нахуй. Как делишки, блядь, брателла, нахуй. Чуть что Войт прям ждет момента, чтобы сказать эту фразу. Друид инвалид, резай его, ты во тьме, потому что будешь. ВР все равно не пригодится там. Вставай, блядь, брателла, нахуй. Скоро метеор второй будет падать. Смотри, блядь, от него убеги. Прием, блядь, Эламаунт, ты тут, блядь. БР сдали в тебя. О, блядь. Беги быстрее, нахуй. Да он не встает, блядь. Да не смеши, деда, блядь. Сука. Не то, что вы подумали. Кнопки криво жму теперь. Моба маленького, быстрее из-под меня заберите. Трэш быстрее, блядь. Зергай. Зергайте трэш, сука. Все, заходим. Ломал, нахуй. Не тильтуй, нахуй. Не выливайте сильно на пол 5 секунд. Ломал он-то, блядь. Има. А, фризанул, ну ладно, ясно. Убери жопу свою от меня. Лезвие 5 секунд. Бля, чувак не может угомониться. Ебаный насос. Ну хил. Хилы работаем, нахуй. И Вилашу не потерять. Лезвие. Да хули жаль, нахуй. Он же старый, он же, блядь, ему похуй, нахуй. Долбоёб, нахуй, старый, блядь, шизоид, нахуй. Ты зачем так? 31 год, как-никак. Угу. Я Сандра мяснул, что?
Это как? Мастерку собери. Хз. Блять. Че такое затянуло? Ранний дисплей. Да блять, диспелят нахуя. Зачем? Затянуло нахуй. Вышел. Кто диспелил? Прям под портал. Под кто так сдиспелил рано? Прием. Или это был портал там? Это... Портал был, но сдиспелили все равно рано до стены еще дохуя. Это сам портал, когда... все, так он не заходил, он же мимо пробежал, нет? Ахуй может, знает. Случайно, может, а, чирикнул. Может быть, чирикнул на, блядь, туре, блядь, кайфа. Теперь такой залуп и будет 10 траев, нахуй. То дыхание боком, то хвост, блядь, по голове ударил, то еще что, нахуй. Сейчас вылезет, блядь, вся хуйня, нахуй. Под ногу. Вот нет, сука, чтобы играть нормально сразу, нахуй. Нет, сейчас мы, блядь, будем чирикать, сидеть, нахуй. Ёбаный насос, сука. Жора, где ты был? Блять. Я Халеоном бил. Ну просто я не знаю уже, что делать. Надо, наверное, тайминги меток, нахуй. Сначала второй фазы, блять, включать таймер, блять, засекать, когда же, сука, метка. Вот. Что-то вот она каждые 20 секунд кидается, как бы, ну, блять, ну это же надо смотреть, да ну нахуй. Да, все нормально было, все, он просто испугался. Просто испугался, блядь. Халеон, я смотрю, нас не боится вообще, нахуй. Хочу писить. Он только ржет с нас, блять. Сы в бутылку, нахуй. Сейчас начнется, блядь, фризануло, блядь, подрочило, пососало, блядь, кот умер, нахуй. Заебал, блядь. А есть такая теория, что кто-то специально подгоняет под видос? Конечно, есть, нахуй, ты чё, блядь. Я понял. Маунты не убирайте, и все мопси. Есть люди, которые специально рейды вайперят, нахуй, тебе секрет открою, блядь. За бабки. И все, блядь, узнают таких. И это Седжу. Блядь, по IP вычислено. Да ё, чё? 4-чик. Я хочу, я, блядь, закрыл игру, нахуй, иди в пизду. Лезвие 5 секунд. Рисай его. Диспел. Я диспелил. Трися, рисай, блядь. Кто-то опять воронит. Скажите, когда лезвие кончится. Кончились. Консилятор, ты тут? Прием, ну БР отдали, блядь. Лезвие. Вылетел. Он вылетел. В каком же вы приколе? Блять.
Ты видел, как я выносил? Сметку ждем перед порталом. Просто искусство. Красава. Ждем метку. Ждем метку. В тьме стопайте дамаг полностью уже. Нет метки. Вот метка. Метеорит на другой стороне. Где метка? Еб. Побежал. Бля, вы угораете? Пиздец. Я охуею, блядь. Что происходит? Метка охуенная. Я не знаю, что происходит. Да там с меткой он бегал полчаса, никто не диспрейдовал. Кто бегал, скажите мне. А когда она пропадет? Это Ломаунт. Он прист, он сам себя может диспрейдовать. Ломаунт, тебе въебать? Я не знаю, нахуй. Ну это пиздец. Я такого говна, блядь, в жизни не видел, нахуй. Бля, чё за... Да идите нахуй, просто, блядь. Ломал, ты дурак, нахуй. Где, блядь, диспел твой, нахуй? Метка считается и проклятием, и магическим эффектом, нахуй. Магией, нахуй. Какого хуя ты с ней бегал-то, ебать? Или это не он был, нахуй? Кто это был-то, блядь? Да хуй его знает, кто это был, блядь. Ну он был с меткой. Да, это Ломаунт бегал все это время. Блядь, блядь, я хуею, нахуй. Какие вы бичи, сука, блядь. Да, Ломаунт. Там больше никого не Ломаунт, блядь. Что ты сдиспелил? Ты под боссом, под ебалом прям побежал и меня к краю комнаты откинул, нахуй. Ой, пиздец, нахуй. Стадия тут, нахуй. Ты тактику знаешь, блядь, на РС? Я не ебу, что там кинулось, нахуй. Но это пиздец, блядь. Это говно какое-то, нахуй. Да, там да, по объявлениям она одна всего была. По объявлениям на туре набрали, блядь. Робот, нахуй. Да какой в пизду робот, блядь? Чё там делать-то, нахуй? Если мы чешку даже выбить не можем, нахуй. Робот, нахуй. Забудьте робота, нахуй. 4 куска донатьте с магазина, нахуй. Играйте, если, блядь, так охота, блядь. Спешите куда-то, блядь. Да не надо нихуя уже объяснять, блядь. Скажи, я дурак, нахуй, и все, блядь. Поставь вуду себе, добавь себе. А чё я пизжу, блядь? Ну, а кто это метку тогда принес под меня, блядь? Возьми стадию, попробуй, слышишь? Ну, может, человек получше знает. Ну, хули, давай спишем на то, что я тупой сижу, нахуй. Вот все, блядь, все идеально делать, и я, блядь, каждого с подвайп подвожу, нахуй. Если у вас нихуя вуду не стоит, блядь, на кого чё вешается, нахуй? Я сейчас нахуй, да, в пизду нахуй, сейчас, блядь, заебёте нахуй. Давай уже готовность. 5, 4, 3, 2, 1. Эту хуйню еще пишут оправдательную, нахуй. Хуески, нахуй. Две, блядь. Она легко убивается, просто ебланить не надо, блядь. Две. А ты хотел еще вторую резку. Ноль будет РС-ок, нахуй. Пойдете, блядь, в эту, как он называется. Те гильдии, где там джайна убивают, там, нахуй. Идете, блядь. Пойдете делать. Фармить. Пойдете короб фармить. Да какую короб? Кто играть умеет, пойдут в нормальную гильдию, блядь. Кто не умеет, так и останутся нахуй вечами.
Все трэш. Сейчас дунайте, ебал рот нахуй. Там под морду не выноси. Куда ты? 5 секунд лезвие. А куда вы залезли? А что за хуйня началась? Почему? Кто бегает, блядь, знаю, начал? Можешь... Твой, ты можешь ему потанчить? Пизду нахуй, меня это заебало уже. Ну тут типа подкручивать должны. В итоге нам пришлось хвост убегать, потому что не крутили. Леванш, ты устал от мутанчить? Падайте. Лезвие готовьте. Падайте. Падаем в лезвиях. Четыре тела лежат, уже не надо ничего. Тут все ломанулись под морду, думали крутить начнут. В итоге большинство среагировало в хвост, побежало. Я уже вообще поплыл, если честно. Не среагировал. Да, зайдете, умрете там, блядь, алло, блядь. Ну нажми на нее. Ломаунт, алло. Нажми. Зайди, в тьму нажми. Зайди. Я хуй. Блядь, исчезла. Нажми на дырочку, а, блядь. Вот такое ощущение, как будто челикам отдаешь с лича там пуху, нахуй они становятся даунами какими-то, нахуй. Я не знаю, нахуй, ну, это пиздец. У тебя лагает, все, тебе нельзя играть, да, больше? Или что? Или как, блядь? Одну минуту, ну. Ебать, я в ахуе, нахуй. Пиздец, блядь. Пука, нахуй. Робот, нахуй. Да расслабься ты уже. Где а, хули, это? Расслабься. Леона. Кто убьет-то, блядь? Слава, ты что, не знаешь, что такое кантик? Хуянтик, нахуй. Я тебя услышал. Там вырезано на кантике, блядь, Катрисия заебал, нахуй. И код, будешь за... танчить? И код зачеркнутый, нахуй. Леванша тут, нет? А, пиздец, кайф. Охуенно, блядь. Еще ждать челиков, блядь. Еще видеть хочу. Может, курнем 3 минутки? Нихуя. Да, блядь. Выдохнул. Что, кури. Дискорвается. В комнате кури, нахуй. Только тебя. Я тебя услышал. Просто я вообще повиснув. Слава недоволен. Ну да, выкинул, блядь. Короче, реконнект какой-то был, ну. Не, днем сегодня такая же хуйня была. Просто ни с того ни с сего вов закрутил. Ну давай, Виланша, попробуй свет потанчить. Получается, второй резки не будет, пока у меня второго ДК не будет, да, нахуй?
почему? У тебя есть медведь. Да, мишкой можно же. А что ж ты, Сирус, предоставили возможность еще персонажа наделать? 20, да? Только второго аккаунта, только второго ДК нельзя сделать. Не, на X2 2 ДК. Она не в Диси, напишите ей кто-то. Она в Диси. Я хуй знает туда. Минус припод, минус на пул. С ним ждем. Похуй вообще. Не припод, блять, убивает босса нахуй. Без напула сейчас сорвется кто-то. Похуй вообще. Стопните нахуй дамаг. Нету ее, я не вижу. Вот она бегает, вот стоит. Она ходит. Нет, ее ну, в Диси нет. Пулят же не отсюда, а оттуда, ну, с той стороны. Ладно, ясно нахуй. Подъебало, только не беги. Я долбоеб, забейте, забейте, я долбоеб. Ложимся. Кринж. Ебать. Это пиздец просто. Хорошо развлекаемся. Тильтовальщики, блядь. Тут нахуй надо особо литр водки, блядь, брать. Походу не сегодня. Ни хули не сегодня, нахуй. Отставить, нахуй, гнилой вчера. Базар, нахуй. Мут в ебу, нахуй. В еби мне. Деда, блядь, побойтесь. В еби всем, нахуй. Давай. Где ты там, блядь? И себе тоже. На, нахуй. Поехал. Только вылез мута, блядь. Сам с собой разговаривать. Так а чё хуйню нести? Я просто в ахуе. Я не знаю, как, ну, блядь, почему, блядь. О, ебать, настроение ухудшилось. Нахуй ГП отменили, блядь, челики один хуй падают, поебать. Жора кричит 200 ГП. Можно тур увеличить? Вообще по барабану. Ща, погоди, 75 пропишу, нахуй. 75 теперь будет. Я ебал больше что-то отменять, нахуй. Походу это хуйня, детский сад, нахуй. Еще где сижу, там не увидел, нахуй. Он сидит, помалкивает, блядь. Сейчас уебать ему вообще, блядь, нахуй. С кем ты там умер во тьме от лезвия, говоришь, блядь, я говорит, пиздец, тильтанул. Давай кого ты потащи. Ни с кем один. Кто-то второй еще с тем умер. Кто, я не помню. Ну, блядь. Потому что я просто залип на эти шарики, я думал, босс да, крутится. Ну, хули, я тоже вот залип, нахуй, на этот рейд. Да никто нормально во тьме не танчит, кроме тебя. Да. Я уже говорил это два раза. Да, пиздец. До этого хукмастер танчил, я хилил, блядь. Свету, по-моему. А потом да. Мы сменили и убили. Угу, прикольно. Танчила и Вилаша, блядь, тьму вам. Мы ни разу не убивали, пока ты не танчил тьму. Да схуяли, блядь. Ну поищи записи, ёпт, посмотри. Ну, кстати, да, в прошлый раз, когда мы убили там, типа, со второго, с третьего трая, танчил тьму ты. Вы танка виновным делаете? А нахуй вы не можете ему подсказать, сука, что может быть неправильно, может быть шаг влево-вправо сделать? Нахуй вы меня заставляете это делать, блядь? Вы не можете ей подсказать? Вы что, совсем уёбки, блядь? Или что, почему я должен ключевым быть моментом? Нахуй? Да ее в Дискорде даже нет, что я подсказываюсь. Она в Дискорде. Она в Дискорде. А в ПМ нельзя написать, нахуй. Извините. Во тьме, в бою, в ПМ. Ну после боя, сколько траев мы дали, блядь. Тебе лезвие жопа поджимает. Есть претензии. Интересно, я должен понимать, что как и двигаться. Ну так нахуй, ну блядь. Получается, ты не понимаешь, а остальной рейд все тоже тупые, в хлам нахуй, нихуя никто не понимает. А чего ж мы штука как бы, ебать? Все все понимают, почему? Так а что, нельзя сформулировать как-то, блядь, написать человеку, может, пусть я на сформулировал, себя. Давай поменяем танков, ну, типа, местами. Пиздец, нахуй, я в ахуе, блядь. Типа, без меня игра не играется, нахуй.
Почему так? Я тебе еще раз говорю, танчишь тьму только ты нормально. Да это хуйня все, это было более нахуй. А, ну, окей, давай еще 90 трав дадим. Я только что заходил в тьму, она танчила нахуй. И весь рейд живой был, блядь. Только два, блядь, бича влево отбежали на дыхание, нахуй. Босс в центре ровно стоит, все крутится, нахуй. Никто не сдыхает. Он не крутился, люди среагировали, я нет. Там еще кто-то не среагировал. Ну так и нахуй вас таких не реагирующих. Ну такого не должно происходить. Сука, алло, я идеально играю. И вы не среагировали, блядь. Давайте мы начнем уже троить, а? Вот это вот лишнее. Если вы не реагируете, это не значит, что танка надо менять, нахуй. Катриси, я сказал местами поменяться. Меняйся, нахуй. Он сказал, что она плохо танчит. Так скажи, чтобы лучше танчила ей, блядь. Юля, танчи лучше. Ну, типа, ну, я не знаю. Нытики, нахуй, блядь. Сам ты нытик. А как это, нахуй, со стороны? Я потею, играю, каждый трай просто идеально отыгрываю, все выношу, все делаю. Тут я просто, типа, уже просто залипаю, ты мне такое говоришь. Ты что, вообще, что ли? Бей давай, блядь. Не говори лучше про меня ничего. Все, смотри, блядь, пиздец, нахуй. Пацана началось. Ну, ты меня в тильт вгоняешь. Зачем? Какой тильт? Ты посмотри, блядь, что время делается. Сейчас я цветану и пойду отдыхать уже. Не сейчас, сейчас трэш. Сгорели. Опа, ну, все, нахуй, тут, тут ни одного нету, кто не падал. Мне, все да, падали, и блядь. Все, я ебал рот эту хуйню слушать. У меня уже нахуй на туре жопа горит. Это, блядь, падайте, это бред, ложитесь. Ложитесь. Хули бред, нахуй. Босс убивается с первого трая, нахуй. Просто надо не ебалом щелкать, нахуй, а нормально играть, блядь. Но мы уже нащелкали и на ГП, и на отмену ГП, и на хуеп, на всякую залупу, блядь. Слишком насрать, много, блядь, разговоров на все, вообще этих. В натуре, блядь. У меня вот это просто нонстопный спам. Я просто сейчас метеорит издох. Дай мне полтинник этот ебаный, сюда его, блядь, не закинь на лицо прям мне его. Закинь, пожалуйста. Прям сейчас. Меня уже заебало, потому что это, блядь. Да все, блядь, завязывай нахуй. Ну а чё за хуйня, блядь, начинается? Одним дали ГП, блядь, кто-то мастер какаши начал, а хули им не дали? Это ебал... Чё, он... Не, он, не мол... он начал, он, начал, он молчал. Ребят, главное не забывайте, что это там просто начал, игра. Я вообще, по факту, если всё начинать. Так, сейчас сдох MVP Hunt. Кто ещё? Плюс рейд. И третье тело на метеоре. А, точный ломаут. Так, Вилаша, ты тут? Слышишь? Диси, я тут что-то спрашиваю, спрашиваю, ничего не отвечаешь. Не знаю, может, меня замутало. Напишите кто-то в ПМ. В ДС вроде есть. Аиша, поставь плюс чат, если ты слышишь Войда. Или минус. Я уже столько хуни наговорил, тут меня, наверное, весь рейд замутал, нахуй. Походу не слышит. О, а, вот, слышит. Напуливаете на нее? Она тебя не, ну, слышит, вон, короче. Вон она, ну, не знаю. Вон это, стала босса будет танчить свету. Свету танчишь. Танатоса, Апродокса, Катриси и Рарника нету. А они там био больше терпеть не могут. Катриси писить ушел. Там разрыв мочевого пузыря. Сходил в лоток. Кошачий. Пиздец, блядь. Пасифея тут? О, блядь. Продукс тут? Он тоже писал био.
А, нужен тут. На следующую резку берите сразу бутылки, ведра с собой, нахуй, чтобы было поссать. Утки. Лучше памперсы. Или взрослые памперсы. Ну, бля, дорогие только. Ну, а что поделать? Ну, да. 5, 4, 3, 2, 1. Под пузом стоите, да, молодцы, нахуй. Этот друид инвалид Мэтт Фокс Аресы. Мэтт Фокс Седжу быстренько. Отведи мобов. Мобов отведите маленьких, они растут, блять, вы их убьете. Еще можно отвести или что нахуй? На ком они нахуй? Это пиздец. Отрейся. Сдал БР в Седжу, вставай. Фулбаф, каску, лампу пристабал. По боссу тамага мало из-за того, что 2 дд лежали. Больше в босса давайте. Так, вот этот сектор, походу, да? Двигаемся. Мэтт Фокс. Не проебите меня пока, ревностный уже проклят. Опять наебываешь, нет у тебя его. Есть. Диспел его. Метка еще одна должна быть. Жди метку. На автоатаку переходите в тьме. Умрёшь. Под ебало не беги, кто там выносит нах. Бомж ебучий нах. Три бомжа, блядь. Вадикон БР есть там? Сету говори, что там делать. Ну, выходите там. Вот-вот сзади выходите. Седжу поднимите. Седжу леснул. Еще ханта ресните, а то на пола не будет. Рука 3 съесть БР. Когда мелких убьют. Призан вынеси. Где? Метеор. Больше в босса дайте, там 70. Нет, свет бейте. Катрисия, можешь ханта поднять? Лезвие 5. И Галашу хил. Заксанж. Опа. Дебилы, блять. Кто это диспелит так нахуй?
Дрюд инвалид, ты так здиспелил? Ну, сейчас я так смотрю, висит, нету, блядь. Я на камере не вижу, думал, убежал, ждет. Танатос, Седжу, МВП Хант, как умер? В начале, что ли? Перед выходом. Ладно, нахуй, пускай эта загадка останется, нахуй. Никто не знает как, нахуй, но все-таки умерли, блядь. Что ж БР приходилось тратить, нахуй. Пускай, блядь, будет секретом, нахуй. А Танатос и Хант как? Тоже два тела одновременно умерли. Ясно, нахуй. Минут 10, это пиздец, конечно. Накопил. Ты уйти с рейда хочешь или что? Я не могу понять. Схуяли? Какой слот? Кто хилить-то будет? Вы что, ебанулись, блядь? Давай быстрее, блядь. И возвращайся. Пизду нахуй. Я же говорю, блядь. Хуесосит вас, выводит из Ренесси, потом ГП хворит. Вот учись, Вилания, как надо мнение составлять о человеке. А, вампир. Да не, надо хули, надо быть этой булочкой розовой, нахуй, чтобы, как там говорили, фугарейды мы сходили, там, блядь, нам сказали, ну, мы упали, там, нахуй, а нам сказали, ну, ребята, молодцы, молодцы. Вот так надо или как? Конечно, лучше мне, наверное, ебало закрыть, блядь. Нахуй мне это релити, штоксик, пиздец. Надо же с мягкими детишками, людюшками помягче быть, блядь, чтобы они, блядь, не за... Ну, не... Ага, вампир, блядь. Да я нормально хуй... ты все говоришь, вообще, ты вообще не слушаешь. Я вообще в ахуе, нахуй. Да, я что-то чувствую, походу, еще чуть-чуть, нахуй. Челики там, блядь, ну, распереживаются за свой приор, нахуй. И придется 240-х челиков ГМО поводить, нахуй, мне, блядь. Еще откатиться, нахуй, на год назад, нахуй, прогрессии, блядь. Потом дойдет время до РС-ки гер, нахуй, так же поливают. Ну, и это все по кругу будет просто продолжаться, блядь. Mm-hmm.
прогресс этого рейда в том, что на стресс не умирает, нахуй. Которые, блядь, когда-то с Закханычем, блядь, пиздец там падали, нахуй. Хоть играть лучше становится, нахуй. Так ты не заходишь на лезвие, конечно, не умираешь. В чем жди? В Археле. Засранцев. Какого засранца? Хила. Да, уже скоро мне надо будет сваливать. Работать. А там в Седые Холмы пошел, там? Делать свое дело. Наверное. Ну, он думал, что вдруг кто-то вместо него похилит. Блять, все рейды записываются. Уже же написано в правилах. Берете запись, вырезаете там, где вы невиновны, и доказываете свою невиновность после рейда. Чтобы вам сняли ГП. Да хули вам начислять, нахуй, ну. Вы все равно, блядь, сидите с говном, нахуй, за это ГП, нахуй. Нахуй. ГП, вообще надо отменять систему ПГП, нахуй. Пускай она будет, но так, чисто для лохов, нахуй, которые в гильдию заходят посмотреть. А, нихуя, ПГП, заебись, нахуй. А, ГП давать не будем, нахуй. Нахуй надо, вы же, блядь, ну, и изведетесь на говно, нахуй. Вархель вернулся. Идите, нахуй. Что там на замене есть? Еще раз, в гильчат плюсаните. Так, ну-ка. Акэлла маунта свичнем, а то он зависает иногда. Так, Пасифея. ВП Хант, где отдохни, устал. Ставьте шкаф, Сумонч. Опа, говорит, гулять. Мне лучше за место Ханта дать заменить температуру и тут сижу. Кто? За место Ханта меня поменяй лучше тогда. Кто это? Я с температурой тут сижу. Шалфир. Там же был приезд еще. Так, получается, что? Да, хули раст... А, ебать. Трись жопой лучше об тех, кто вайпается, нахуй, а не об меня, нахуй. Так. Подлиза, что ли? Призон, призон, так, бидон. Так, сейчас погоди, блядь, мозг включу, нахуй. Призон, дамажить идешь в тьму, нахуй. Бидон, идешь хилить свет. Вы тут? Чек, нахуй. Транквила. В какие у тебя спек там, нахуй? ДЦ холик. ДЦ спекайся. Будешь свету, бидон и... Угу. И варахель. И кто там, блять, забыл? Бидон, варахель, транкила, вы в свету. Стадия, вилания, дурит инвалид в тьме. Стадия тут. Ты холик. Так, говорят, холик нормальный. Это тело и душа у тебя вкачано там. К счастью. Или, к сожалению. Сумун есть? А, наверное, лука ФК. Почему сумоним сейчас? Сейчас на замене никого нет, кроме этих 25 людей, кто сейчас средний. Остальные, блять, на следующем КД будете лутать, типа, блять.
Идите отдыхайте. КП не даем, ЕП тоже не будем. Бидон тут? Ты в тьму зайдешь и выйдешь в свет. ДЦшник Транквила. Слышишь меня? Да. Ты не заходишь в тьму. Да, я остаюсь здесь, в свету, стою с тобой. С Урхелем. С Урхелем, да. И Катрисией. Да, я вообще не прыгаю в портал. В свету, Танчит и Вилаша. Вилаша тут? Ты танчишь, да, ты танчишь свет, я тьму. Сейчас посмотрим. Заходите за линию. Даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Будет трэш так расти на третьей фазе, вы хуй босса убьете, блядь. Отводи трэш, чтобы он не рос от большого голема. Или не видно. Анонсите это, не смотрите на это молча, нахуй. Я буду во тьме, это не будете это говорить, блядь, будете падать по КД, блядь. Че, с лужи выйти нельзя, да? Падаем. Заходим в лужу. Пиздец. Еще и лужу. И говорит, где лужа, да? Слева, справа. Сними духа, чтобы бой слетел. А, вот все слетел. Заходим. Интересный поворот. На лужах еще не умирали. Ну, Катрисия пишет, агро не дают набрать. Я уже это писал, пока в муте был. Чат читай иногда. Пишет. Кто не дает набрать агро? Может, въебать ГП? Тот, кто агро забирает, смотрите трэш на ком просто. Даже тот, кто, блядь, бьет нахуй, сами отводите его и все. Давай ДКшникам один раз спросим. Да, анхолики нихуя не увидят, о чем вы говорите. Да, они забирают не тех, кто у них в таргете. Значит, сейчас так там видно, там видно сейчас... на таргете, который, блядь, и бьет сейчас... босс. Сейчас уберем их. Закханыч, мастер, консилятор, Вов. Вы тут, в Дисе? Все, кто срывает мобов, отходите назад, чтобы они не росли. Надеюсь, услышали. Если будут мобы расти, блядь, и это будет, ну, я понимаю, на первой фазе весь рейд тут вы задамажили, а в конце это сыграет роль. Вы вместо того, чтобы босса бить будете, вас сожрет трэш. Уже такое видели? Они во тьме же. Ну, все, кроме консилятора во тьме. Ну, там просто закатрись, устаешь и все. Чик-чик-чик. Ну, стан идет от помпушки, от вот этой, 25 метров. Или 25, или 30. Чтоб не застанило, нужно либо ровно процентом пробегать. Ну, в сторону лица тоже, если пойдешь, там треугольничек, начинается дыхание и клиф, если вот в сторону лица идешь. Вот, но помпушка, она станет... Просто не надо в боссе стоять, когда метеор падает, для того, чтобы, блядь, даже если застанет тебя под боссом, тебя метеором не убьет. Да.
Ну, типа, кого это интересует, нахуй? Лучше же мы будем сливать все на сервер. Ну, типа, ебать, мы такие все ангельские, блядь, чистые, нахуй. Мы вообще никогда не косячим. Но сервер говна, нахуй, в натуре, блядь. Можешь пойти на циркуль тогда играть. Ну, вот сейчас перебегали, как бы меня тоже застанило. Но метеор упал сзади, так что не убил оно. Стойте на максимальной рендже. Вот я прыгаю на максимальной рендже от босса, вот показываю, если что. Вот милики, откуда вы должны бить. Вставай, Вовлов, вставай. Отводи, отводи, рарник, рарник. Блять, бидон вылетел. Ладно, Вархель с ДЦшником один похилит. Это что, ты ауешку? Мастер какаш. Призен. Катрисе, резай я ее. Следующий сектор. Ага. Вот вот этот сектор. Угу. Я тебе дам. Ждем метку, равник себя. Блять. Угу, вот именно, блять. Там мне КД было. КД? Да, я хуй знаю. Катри... у него КД нахуй. Ну чё, минус два? Три. На лезвие, что ли? Нет, на... Я ДК подымаю. Мэтт Фокс, подыми... Транквилу. Метеор. А, ебать, свой свет зашел. Думал, куда пропал. Как сдохли-то? Рарник. Дыхнул в рейд. Дыхание. Вот этих троих, да? Туда побежал, короче, я не туда побежал. Не, нет, это вот сейчас именно умер. Рарник выносил метку.
И испугавшись лезвия, побежал вперед. А консилятор Пасифей Транквилла как сдохли? А, Катрисия, давай. Ну кто еще это порезку? Четвертая же метка была. С легкий рейд. Да. Твоя метка была. Не четвертая. Моя первая, третья. Почему? Я же тебе сказал еще сам себя. Потому что твоя, твой черед был. Я же говорю, сам себя. Добежал, кинулся фридом и диспелил, и все, и побежал дальше. У меня КД было. Блядь, у меня КД было. Хоть я не знаю, как у тебя КД было. Ты фридом-то себе дал. Только я ты... дал уже, когда это, лужа с меня слетела. А я хотел быстро пройти, и хуй, не пройдешь. О! Потанчит свет. Будет Yellow Strike и ухожу. Вместо Катрисии потанчит. Доходите за линию. Five, four, three, two, one. Тут консилятор. Трэш быстро сначала зергайте. Босса не бейте пока. Консилятор тут. Плюс они быстренько что-то. Дусан реснишь консилятора. Двигаемся. Че, рано начал, да? Да. Наверное. Сильно провернул прям. Всего лишь минус один. А он как сдох? Сейчас мое. Да.
Вместе с лезвием, смотри. Молодец. Не донес. Этот мой. Заханыч. Заханыч не туда, я туда убежал. Зря туда побежал. Войда, хил, хил Войда. Скажешь, там Вадикон чё кто порезает, посмотришь. Дыхание не словите, блядь. Притон, притон, вернись. Сектор. Следующий твоя. Угу. А можно сальво по мастеру? А, я чё-то сыпал, сори. Показываешь свою. Тьма, стоп. Мэтт Фокс, у тебя БР есть? Метеорит. Если есть БР, друида инвалида, резай. Призен, давай, Гена. Выноси. Частицу обнови. Твоя. Ухилься, ебаный насос, нахуй. Ой, блядь. А продакс? Я сам себя. Метеорит, бежим. Следующий твой. Меня нет. Вижу. Думаю, успею. Не сдохни, только смотри, дыхание будет. Беги. Свету Геру давайте. Вадикон, ты свой БР же потратил, да? У меня еще КД. Сколько? Минута где-то. Метеорит, бежим. Минута. Транквила вынеси. Цвет по боссу, стоп. Дайте. Бабл прожал. Вадикон, заходи в тьму, дамаж. Метеорит перебежали. Сейчас после метеорита тут разольется. Так, тогда не нет, заходи уже. Не заходи пока. Лезвие скоро будет. Пока не заходи. Трэш, трэш надо бить. По боссу больше свет. Че там до берсы? Минута. 20. Не рано. Все, Вадикон, заходи. Здесь под ебало не зайдешь. Я не могу, у меня все в огне. Убила не сам себя. Захожу, могу? Ну, наверное. Сейчас лезвие будет. И пиздец. Свету по боссу больше. На трэш забейте. Заканыч неси. Сука. Танка пофиг. Просто три ляма по боссу добивать. Тьма побольше по боссу. Лезвие.
Прошло и три часа. О, две, прикинь, чешки. Топчик. Все, каприсия, бля. Забрать и одеть на декана себе, чтобы на роботе танчить, да? Да, заслужил. Пешку нахуй на анхолика нахуй, а заостренную так, то чисто РП. Чисто бонусом. Мне вот интересно, Вилаша, вот мейн, ты, ну как ДД будешь считаться или как? Или мне другим дамагерам отдавать ее? Ну, если у ней приора хватает, почему бы ей не получить? Да хилы, что не хилит вообще, пиздец? Ты прикалываешься, блядь. В смысле ДДшную и Вилаши? Как ДД, говорит? Я в соло хилил там практически, ну, плюс еще стадия. Там, ну, у нас было два хила. Там был пиздец. Кому чешку давать? Тебе или ДДшку? Я зря кинул, я, короче, красную просто ты на Войда кинул. Тихо, давай. Давайте с лутом разберемся, блядь. Ну да. Ну так она танком считается. Так чешка. Она мейн танк, вы чё, отдайте ДДшкам эту ДДшную, блин. Она написала, как ДД считается. Ну, если есть приор, ну это... А ладно, если похуй. Есть приор, не должно так работать, один есть, хуй, есть мейн спек. Один хуй робота не убиваем, похуй, вообще поебать. Пускай будет полная вакханалия. Похуй. Чё, ну как хотите. Ну для агра, но топ. Да, кстати. Похуй вообще. Ну. ДДшники там и так нихуя не сыграют роли, блять. Там только Рога и Макс играют с Т5, которые мы отдали не на те спеки, которые в сумке лежат. Что будет хуесос, нахуй. Вот и все, нахуй. Это сколько стоит? 300? Угу. Типа, я не знаю, тут брать некому за 300. Не хочется. На офспек. Так офф 150, я что-то вообще неправильно понимаю в нашей системе. Нет, типа офф половина, мейн. Не. То офф, что мейн. Не. Не половина, фул идет. Так, что, робота, пойдем. Нам нет? Же тогда вообще разделение нужно. Типа надо, не надо, две кнопки должно быть, нет? Там никому не надо. Трансмог ты убираешь? Они красивые, что ли? Войс, можешь норовисто перекинуть АП, пожалуйста? Блять, они как говно. Красивые, блять. Говнище полное, нахуй. Манежить особенно еще. Манежить трансмог ступен, это сильно. Че, мы робота будем пытать, нет? Пошли хули трэш почистим на воронке. Ну, если чисто трэш, тогда я паладином пойду. Так, я тогда пересоберу, наверное. Смотри, 30% от 30% урона я умер, потому что приходило по войду. А тебе за сколько урона приходило? Когда я на тебя капли? По войду очень много приходит по урона, так что ты зря по нему капли дал. Не, до этого-то кидал нормально было все. Ну, ты сам еще полутал.